Очень стройно выглядите, абсолютно точно. И это большая заслуга. Давайте тоже поаплодируем, друзья. Расход уже приезжает, да, в общем, здесь поесть, поэтому... Голодные приехали, да? Нет, мало того, замечательный фиш предлагает по средам путаться. Говорят, что это и не рыба, вроде. Рыба только наверное можно на этом поставить. Ну, а утвицы там похмелели. Их можно. 3 марта. Так что... Только пост, значит, гадов. Да? Я уже поужинал. Да. А, да? Ну, ничего страшного. Просто не трогай, не раскрывай, так оставь. За счет того, что раньше таких жилищных фондов не было, то мы надеемся. Я все на самом деле. Подарим коробку кофе. А больше сжигается жиру. Я тебе советую, но у тебя все в порядке с метаболизмом. Вот. А я люблю лично, поэтому я решил все-таки ограничиваться кефиром. Ну, вру на самом деле. Но сейчас не ограничиться, там такой салатик, да, явно попробуешь. Кефир стал, да, наверное. Слушай, Витюшка, у нас тут, короче говоря, такая традиция появилась сегодня, новая, что мы презентуем то, что готовим. Вот ты кому хочешь презентовать свой салатик? Я хочу презентовать Юлию Началову. Почему? Потому что она так хорошо спела, она так замечательно спела, что весь наш стол, вообще весь этот ресторан, вы знаете, он поймал какое-то откровение и ушел буквально в прострацию. Юля, спасибо тебе огромное за твой талант, за твою красоту. А почему все молчат? Чего никто не ходит? Нет, потому что все согласны. Поэтому я понес салат вот за наш... Правильно, тем более Юля просто готовила чай, надо поесть. Да, но мы сейчас у нас этим салатом не закончился, мы выкладываем прекрасного угря. Выкладываем угря. Вы знаете, а я напомню, что мы это блюдо приготовили с удивительным гаджетом от фирмы Bosch. Для приготовления используется фритюрница. Мы обжарили на бумагу. Вместительная и эргономичная фритюрница имеет 6 автоматических режимов, позволяющих готовить настоящий картофель, фри, рыбу с хрустящей корточкой, сочные куриные наггетсы, кальмары и аппетитные пончики. Благодаря настройкам специально можно столько всего приготовить, что просто уму-разуму это не поддается. Так что используйте уникальную фритюрницу от Bosch. 21 век на службе, на кухне. Другое готовил на табасах.
Опустим эту тему, меня не интересует совершенно эта актерская деятельность. Как удается? Съемочная площадка – это постоянно вот это вот «ждите, ешьте, ждите, снимаем, свет, мотор». Наверняка булки хаваете там, да? Как удается форму держать? Я давно не была на съемочной площадке. Всем в поле? Только на кухне. Только на кухне? Хорошо. Живя на кухне, в обнимку с холодильником, как удается такую фигуру сохранить? У меня двое детей, они все съедают. Вот это очень хорошая диета, по-моему, двое детишек. Хочу сказать, пожалуйста, а сладкое ты любишь? Я. Честно, я люблю все. А что ты сегодня будешь готовить? Я тебе дам подсказку. Малиновый Наполеон. Да, или тебе поможет, конечно же, спасибо большое. Это еще не все. Смотри, мастерская классического костюма. Не просто пакет. Держи. О, а это кому? А это конечно же. А это отвернись, потому что ты будешь Давидова. Ты будешь Давидова, потому что Андрей разыграл, отправляется в Давидова. Андрюшенька, да, мы тебя отправляем в Рэдисон. Ну, конечно. Резорт Давидова. Уикенд. Позовешь Лерку, покушайте как-нибудь вкусный термин. Конфеты с чесноком, потому что Дебров. Дебров тоже едет туда, поэтому там вы увидитесь. Да, конечно же, замечательные эксклюзивные шарфики. Спасибо, ребята, спасибо. Бассейн не снимаем. Будем сегодня очень хорошо отдыхать.